Здравствуйте! Снова в эфире Калашников против Эсту. Данное видео – это видео-ответ на переписку приватную с одним из людей, который уже имеет шаблон-ассистент. И в данном случае хочу продемонстрировать, что возможности ассистента уже сегодня позволяют, я считаю, эффективнее работать с системой 32 по полкодержателям, чем шаблон экзакта от Акура. Итак, демонстрируем. Значит, у нас два упора на линейке. Вот. Два шаблона, в данном случае L420. Повторюсь, я ожидаю L600. Поскольку мои запросы технически возросли к производителю, то моя посылка еще не доехала. Вот, хочу сразу, вы видите, да, качений нет никаких, вот, все очень плотно стоит, это в незажатом состоянии. Значит, на детали я уже по линейке выставил от краев до центральной оси шаблона, отверстий шаблона, будет 37 мм с этой стороны и 37 мм с этой стороны. Смотрим. В общем, я ничего нового вам не продемонстрирую, но, тем не менее, я думаю. Значит, еще постоянные вопросы о том, насколько хорошо базируется шаблон на детали. Ну, чтобы понять, насколько стабильно, мы вот такое вот движение делаем, да? Видите, да? Двумя упорами он зажат настолько хорошо, что деталь не сдвигается. То есть, с этой стороны проблем нет. Берем всем известные уже сверло Фестул. Я уже говорил где-то, что сверло Фестул люблю именно за, вернее, патроны, за быстросъемность. Сейчас буквально 2 минуты, и мы получим результат и ответим на некоторые вопросы себе. Итак, как мы видим, вот. Два ряда отверстий мы уже получили, да? И тут встает вопрос у любого человека, а как же быть с продолжением отверстий? Ну хорошо, мы здесь все закрепили. У нас стойки, как известно, если это кухни, вот, то это метровые, а у других еще больше. Ну, что касаемо, сейчас ответим на вопрос по метровым стойкам. Итак, нам нужно продолжить отверстие. Что мы делаем? Мы переворачиваем на обратную сторону. Да? Ну и в данном случае у нас как ограничители, производитель сейчас мне высылает кнопки специальные, центрирующие. Но в данном случае мы будем использовать сверла Фестул, из которых я убрал пружины. То есть чуть-чуть мне придется придерживать в данном случае. Вот, потому что он не на плоскости лежит, хотя нет, я думаю, не надо бы ничего придерживать. Итак, у нас опять качения нет, да, вот они держат, поехали дальше. Результат по всей длине, да? У нас два ряда отверстий.
Итак, вы видите, такая операция заняла у нас, я считаю, с очень высоким качеством, да, заняла у вас на считанные минуты. Еще хочу сказать, я высказывался по системе 32 Festool. Вот как раз это мой видеоответ, и это наш ответ, почему я Калашников против Festool. Потому что сам принцип Калашникова — это дешево и сердито. Да? Вы видели только что результат. Я думаю, все остальное будет излишним говорить. Спасибо большое. Еще хочу заметить одну минуту вашего внимания. Мне очень сильно помогают в работе, потому что я сейчас пишу инструкцию, конкретно замечания потребителей и вопросы потребителей, с которыми они столкнулись в работе. Пожалуйста, не стесняйтесь, пишите мне в личку. Это мне очень сильно помогает в работе. Спасибо большое. Спасибо за внимание.